волосах. Спускаюсь. Такие лестницы у них, ступеньки. Леса надежно, не шатается, все по уму закреплено. Так, и ступенька последняя, вот сюда переход вниз. Так вот, вообще вот он так. Лестница. На леса. Как он дурак, банан, да? Харабуду, она все равно. Кук, пакура, она не. Пакура, все, идем на обед. Идем на обед. А, ютуб, ютуб. Ютуб барди. Ага. Вот такая вот лестница. Ну. Прикольно. Это такое вот благоустройство. А это крест католический, храм католический собор. И вот продолжение стыкуется здание второе, на котором я работаю. Стыкуется. Все, пошли на обед. Там пальмы растут. Декоративные пальмы. Она красиво сделана, красиво сделали. Пальмочки растут. Все, идем в Шиктан на обед. Там идем на обед. Вот такая вот ливневка у них. Такие вот ливневки делают. Вот раздел мусора у них. Пластик, стекло, жесть. А вот возле домов, возле жилых. Вот прям рисовое поле у них. Рис растет прям во дворе домов. Вот так подпирают, как китайцы тоже подпирают деревья маленькие, чтобы ветром не снесло или. И барьерчики. Грязный поробий. Идем на обед. Идем на обед. Листья уже падают, осень. Вот такой переход интересный. У них бордюрчик так, оп. А, цветы растут еще. Как? Лето еще тепло. Плюс 25. И вот дорога, да, город. Город, городок, провинция. И вот внутри свое поле. Рис растет. Вот так вот деревья, короче. На вырос с запасом. Сделали они. Потом. Такие вот автоматы. Ну так у нас похоже, да. Там зелень, зелень. Собираем опалубку, разбираем, собираем опалубка. Вот такая открытая опалубка. Пасмурно сегодня. Вот такие дома, на которых я работал до этого.
Вот время. Время. 5:10, перекур у нас. Кофе. Кофе тайм у нас сейчас. Кофе тайм. Высота 4-5 этаж где-то. Леса у них такие, вот леса со ступеньками. На каждый этаж у них ступеньки идут. Ступеньки, ступеньки. Ну, там ступеньки, здесь ступеньки. Такие лестницы на каждый этаж у них. Все закреплено вот такими замками. Двухсторонние вот эти стяжки, болты нажимают. Такие доски у них железные. Сплав, по-моему, что-то алюминия с железом, что ли. В общем, вот так вот. Вот такой красивый у них во дворе. Парковка на первом этаже у них. На первом этаже вот у них вот такой вот садик, зона отдыха. И вот здесь также вышел на балкон. Материал вот такая вот скамеечка покурить. Ну курить нельзя у них тут на улице. Еще вот такие вот вагончики. В общем, вот такой вот японские молотки у корейцев. Иероглифы японские. Догу какой-то. И вот прикол, короче, вот прикол сейчас покажу. Вот специально вот такая штука. Пас вот здесь, вот пас. Здесь вот пас. Вот гвоздь, да? Вот гвоздь вставляется вот сюда вот. Вот сюда вставляется. Так вот, оп. Японцы придумали. Вот так прибивается. Это чтобы не держать во второй руке. Одной рукой все делается. Вот так вот, смотрите. Оп, наживил. Сейчас еще раз покажу. Влетаю. Опять в паз загоняю, в паз. Сюда же в этот паз загоняю. Это все быстро делается двумя руками. Телефон во второй руке неудобно держать. Вот он. Прибиваю. Оп, нажую и пошел прибивать. Вот так вот. Такие молотки. For professionals. Доги. Догу. Доги. Догё. Жапа. Очки нарисованы. Идем на обед в Шиктан. На обед идем в Шиктан. Вот так вот развиваемся. Развиваемся вот так. Развиваемся, перчатки ложим. И туда проходим.